18 марта – это день, когда в открытый космос впервые вышел человек. Этим человеком стал Алексей Архипович Леонов. Если ты хочешь, чтобы самая маленькая работа была успешной, приложи к этому самое большое усилие, тогда все будет получаться. Выход в открытый космос там. Возникали у вас мысли, какие-то опасения, а вдруг я там останусь? Эта мысль, а вдруг я там останусь, она мне не приходила в голову. Никогда. И я ее отторгал. Физически что происходит, если человек действительно каким-то образом отсоединяется от корабля? Мы пошли сразу на авантюру. Сразу пошли на 5 метров, оттолкнувшись от корабля. Ну, авантюра удалась.